Всем привет, я Нубастер, а это самая странная игра про Бан-Бан. Сейчас покажу, что здесь странного. Вы будете в шоке. Сейчас, вот смотрите, чувачок здесь спит. Сейчас все будет. Сейчас Нубастер вот эту штучку поговорит. А, только что хотел сказать, вам показать. Добро пожаловать на мой видосик. Если ты еще не поставил лайкосик, ты что, совсем кокосик? Давай быстрее, ребята, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и... Я погнал. У нас тут случилась беда, ребят. Я его раздавил туда-сюда. Посмотрите, что с ним. О, чувак, да кто ж знал-то, что он здесь будет стоять-то? Вот полный болван. Он здесь меня поджидал, в общем, стоял, ребята, поджидал, хотел меня напугать, а я на него... Ну что, честно вам скажу, я теперь не знаю, как мне с этим дальше жить. Как мне игру-то теперь с этим проходить? Вот я в лепешку его, словно в ладошку. Ну ладно, погнали, ребят. Надеюсь, что все с ним будет хорошо. А я погнал, мне мало, я хочу еще. Я хочу еще игру, пройти до самого конца, в общем. Найти здесь друга или подругу, но здесь пока что никого нет. Тот, кто со мной проходил, какой-то чувачок, он куда-то пропал. Мама ему сказала, давай-ка быстренько, ну-ка, уроки делать погнал. Он, короче, ушел. А тут... О, птичка. Здравствуйте. А... По ее лицу, по ее глазикам можно сразу понять, что я ей не нравлюсь, ребят. С ней лучше не здороваться и не разговаривать. Ой-ой-ой. Пойдемте отсюда, короче, пойдемте. Мне что-то... Мне немножко страшно, если честно. Ой-ой-ой. А где мой фонарик, интересно? Фонарик. Фонарик! Ой-ой-ой, хоть сухарик. Подождите, я что, не в ту сторону иду? Подождите, опять меня в ту птичку. Так, так. Я вообще продвигаюсь. Такое чувство, что на одном месте стою. Да-да-да-да, точно. Точно-точно. Так, давай. Кнопочка, нажимайся. Пожалуйста. Ну, Бастер, с птичкой не оставайся. Мне очень страшно. Там птица на меня так смотрит, ребят. Ой-ой-ой. Походу, придется заново игру начинать. Что-то тут не то. Что-то тут все зависло, подвисло, ребята. Ладно, придется заново перезапуститься. Или я понял. Эта игра недоделанная. Это игра, короче, про Бан-Бан, она полностью недоделка. Вот смотрите, здесь обновленная дверь. Она обновилась, теперь она закрыта. Нажимаю это корыто и иду. Теперь иду и про... Вот смотрите, вот теперь вот этого света уже не было. Опаньки, вот я и в уровень другой попал. В общем, в этой игре, ребята, скрипты очень быстро ломаются. Так что я вам честно скажу, быстрее бегите, игру пройдите. Потому что если вы здесь останетесь, вы все так и останетесь там. Ух ты, я нашел чувака по прохождению. Здорово, чувак. А вы кто такие? Мы вас не звали. Закройте дверь. Что такое? Что такое? Не подходи к нему. Он, походу, заболел какой-то зеленой болезнью. Уходим отсюда, чувак. Сейчас я на кнопочку нажму. О, все, я нажал на кнопку. Уходим отсюда. О, пропал. О, чувака засосал. Я, походу, зря на кнопку. О, я зря на кнопочку нажал. О, его Ой, я нажал на кнопочку. Засосала Вовочку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте быстрее. Так, так, а что он сделал такого? Не понял, как он пропал? А как он дальше прошел? Смотрите, чувак, ты как-то прошел, а я не прошел. Я что-то тут ничего не нашел. Так, давайте походим. Так, тут ничего нету. Как мне теперь пройти на следующий уровень? А чувак-то прошел, а я не прошел. Надо было бежать с ним. Ой, болван я. Опять меня скрипты, походу, сломали. О, все, быстрее бежим. Пройти игру хотим. Нет, ребят, что-то тут не то. Как проходить-то? Подождите, может, вентиляционный проход прыгнуть? Оп! Вот это да, я точно знал, я так и знал. Подождите, а куда тогда чувак пропал? Если честно, я тут подумал, шел. Ну, во-первых, я новый уровень нашел. А во-вторых, ребята, чувак куда-то пропал. Он пошел вообще не в то направление, представляете? Он вообще не знает, куда пропал, но это, конечно, печально и грустно. Ну и тоже, ему, может, там вкусно. Может, его там уже кормят супом или борщом или чипсами. А! Подождите, я как-то выжил. Со мной все в порядке, можете не звонить. Звоните, пока полиции рано, подождите. Пока не звоните полиции, ребят, смотрите, все в порядке. О, я как-то тут это упал вниз, и все в порядке со мной. Даже носочек не порвал. Все, уходим дальше. Давайте еще раз. Мне дают шанс, говорят, давай, полный болван, еще раз проходи. В общем, нормально, ребят, все в порядке, я здесь выжил. Оказывается, что здесь можно вниз упасть и не пропасть. Вот такая игра, ребят, интересная. Ну все, поднимайте меня наверх, что ли. Все, ребят, походу, скрипты снова сломались. А, все, понял. Туда надо прыгать. Или что, надо что-то понажимать? Так, достаем свою штуку. Подождите, где штука? Вот она. Вот. Кто это сделал? А-а-а! Игра снова сломалась. Смотрите. Симулятор, короче, этого мертвеца. Смотрите. Лежу просто и как будто на пляжу. Все, гляжу, никого не дохожу. Придется снова перезагружать игру.
Что мне, в общем, пришлось перезапустить игру. Я этого не хотел, но меня принудили, потому что больше тогда я не смогу пройти дальше эту игру. А я очень хочу пройти и посмотреть, что же будет в конце. В конце этой странной игры, кстати. Вниз я в этот раз спрыгать не буду, потому что мало ли из-за этого все и сломалось. В общем, давайте как-то так. Вот, смотрите, смотрите, чувак там. Стой, чувак, стой, стой. Подожди, быстрее бежим, ребят, туда летим, летим, летим. Мне надо наверх, все, скрит сломался. А, нет, работает, все работает, все работает. Мы продвигаемся дальше. У нас уже 9-й этап. Ну что, бежим. Бежим. Мне удалось все-таки, но мы должны не стоять на месте, ребята. Это потому что можем превратиться в сосиску в тесте. У нас 10-й этап, мы должны бежать вперед. В общем, чувак меня здесь ждет и на месте идет. Это плохо. Это плохо. Он на месте, ребят, шагает. Это все плохо. Он, походу, завис. Все, он завис, но Бастер идет дальше. Идет дальше, проходит. Пока что все нормально. Но это все плохо. Вот эти двери, они почему-то наполовинку закрыты. Походу, все, ребята, скрип сломался снова. Так. Куда мне идти дальше? Ну, а что такого? Можно, в принципе, даже со сломанной игрой пройти эту игру. Наверное, не знаю. Я сейчас на 11-м этапе. Но надеюсь, что она не сломалась сейчас, как на лопате. Итак, смотрим. По-моему, пока что все нормально. Ну, все, у меня этапы перестали... У меня этапы перестали обновляться. А вот я нажимаю, у меня должен... Вот, этап 12 появилось, ребята. Смотрите, все чуваки стоят. Все стоят, ничего не говорят. Но они не знают, что на самом деле игра... Все. Все, не бойся, чувак, не бойся, я спасу вашу игру. Я сейчас ее пройду. Даже со сломанными скриптами. Надеюсь, ребят, надеюсь. Потому что вдруг там будут какие-нибудь скрипты с открытием дверей. Тогда все, ребят, мне конец. Тогда мне конец, если игра реально... Ну все, скрипт на открытие дверей сломался. И тогда Дубастер здесь остался. Ну, мы попробуем. Все-таки попробуем. Так, этапы-то хоть у нас обновляются. Давай этап. 13-й, давай, давай. Он должен сейчас, должен нажаться. Ну нажмись! Не нажимается, в общем, все, перестал сохраняться. Если мы будем туда падать, все, ребят, можно забыть про прохождение этой игрульки. Смотрите, у нас даже вентиляция не крутится. Вон, видите? Не крутится, все. Значит, робоксы не мутятся. Все, давайте попробуем все-таки со сломанным скриптом. Ну а мне уже просто надоело обновлять эту игру, перезапускать, приходить ее заново. В общем, попробуем, смотрите. Все-таки заработало, смотрите, тут нам говорят табличку. Наша игра очень багнутая, так что досчитайте до 5, до 10 и сохраняйте нервы. Ой-ой-ой, у нас тут совсем все плохо, смотрите, ребят, что началось. О-оу, мне страшно, мне ничего не ясно, но я все-таки продвигаюсь дальше, ребята, потому что я, если честно, вам признаюсь, я никогда не видел такого в Роблоксе, никогда, за всю историю я не видел такой багнутой игры, это самое, это занимает в списке, получается, самых багнутых игр, реально, первое место этой игры, это просто номер один сразу, ребята, если вы хотите. Вот меня вообще выкинуло, сказали, пошел вон отсюда. Что ты сказал, багнутая игра, ребята, придется начинать все сначала. Нам придется пройти игру с самого начала, прямо сейчас бежим. Вот этот чувак спит, давайте я сейчас его спародирую для начала. Все, нам нужно вот сюда коснуться. Давай, 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 ну скрип, ну запускайся. Вот, все, он исчезает, как только мы хотим поговорить в ту штуку. Так, потом мы его придавили, все нормально. Мы его не подменили, придавили, в том вот это странное лицо мы увидели. Продвигаемся дальше. Посмотрите, все нормально, сейчас игра все в порядке. Все в порядке, как картошечки на грядке. Даже птичка тут смотрит своим опять взглядом, я ей не нравлюсь. Помним, помним это все, проходим дальше, ребята, проходим. Этапы у нас пока что меняются, уже 4-й этапик. Ну что, братик, погнали вот сюда, так, так, так. Все, 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 здесь должен белое пятнышко, все. О, все работает, ребята, отлично, идем дальше. Здесь написано «Опасно», помню эту надпись. Опасно это в этой игре все прекрасно. Давай, чувак, быстрей. Давай быстрее, пока скрипт не сломался. Тебя лифт ждет. Ну ты шо? Ты шо? Не ладно, не хочет, ребята, он двигаться еще. Тут все крутится. Это означает, что игра мутится. Пока что все у нас отлично. Так, о, здесь тоже все движется. Если у нас в игре все перестает двигаться, это означает, все, ребят, баг произошел. Баг произошел, ты все нашел. А, может, надо этой кнопочке? Я тогда в прошлый раз забыл эту кнопку нажать. Девчонка, подожди меня! Подожди! Ребята, потому что скрип может сломаться в любую секунду. Я начинаю волноваться, потому что мне придется снова проходить эту нелепую игру. Ой, я промахнулся. А-а-а! Тихо, давайте еще разочек. Еще разочек. Только внимательно, глазочек, внимательно смотри. Оп, топ, оп, оп. Тихо, ждите меня, ждите, нет, подожди, чувак, оп, все, круто, я успел, успел, тихо, все, я этого хотел, все, мы это в этом странном опять уровне, в синем уровне. В какую нам сторону идти, чувак, нам сюда, может, надо? Смотри, тут дверь,
Тут дверь. Нет, нам, походу, не туда. Давайте вот сюда. Прошлый раз я помню, что здесь, походу, почти... Здесь, походу, ребят, починили скрипты. Ладно, нам нужно чувака этого найти. Где же он? Дверь наполовину уже опять закрыта, открытая. Так, этапы у нас считаются, смотрим. Все, этапы у нас перестали, ребят, все. Все, походу, ребята, нас скоро из игры выкинут. Скажут, пошел отсюда, вон. Наша игра не работает. Да, ребята, игра тут реально не работает. У меня этапы не обновляются. Чувачки стараются. Мы пытаемся пройти. Мы вот идем. Мы все уже впереди. Ну что, чуваки, смотрите. Сейчас должны этапы снова зайти. Потому что мы сейчас активировали анимационный режим. Видите, анимация. Так, этапы, верните нам этапы. Ха, этапы не возвращаются. Этапы не активируются. Короче, баг произошел. Ну что, зато я хоть девочку тут нашел. Зато я тут хоть мальчика нашел. Ну что, ребята, сейчас, может быть, нам с багом даже... Мы получится. В этот раз мы постараемся. Я даже не про... А, в прошлый раз меня просто выкинуло из игры. Сказали, пошел отсюда. Пошел! Ну, в общем, я и ушел. Так, ага. Я на самом деле помню. Мне на самом деле нужно туда, но я все-таки проверяю. Мало ли мне... Все, ребята, игроки за мной больше не идут. Алло! Алло! Вы за мной идете? Нет? Все, ребята. Они застряли. Они застряли. Ну что, если вы хотите поиграть в самую багнутую игру на планете, тогда поставь лайкосик. Прямо сейчас я выложу ее скоро в описании к этому видосику, чтобы ты ее заценил, кокосик, и ты сказал. Это самая багнутая игра. Реально, ты так и скажешь, когда зайдешь и поиграешь, потому что я такого не видел. Это просто я в шоке. Походу, они сами так прикалывались. Они, походу, прикалывались и хотели это, а давай, говорит, багнутую игру создадим. Реально, так и получилось, ребят. Так и получилось, но Анубастер все-таки пытается пройти. Я не знаю, если честно, я пересчитал. Я уже забыл, на каком я этапе. Но, ребята, но мне... Подождите, я же тут был. Что такое? Что такое? Я кружочек-то вернул? Не понял. Так, я что-то не понял. Я же здесь был. А, я понял. Походу, вот эта дверька уже будет открыта. А, точно, ничего себе, я гений. Я просто гений, Евгений. Все, погнали. Погнали. Может, не получится даже. Я помню, что меня уже где-то вот здесь уже кидануло из игры. А! Кто это меня толкнул только что? А! Ой, мне страшно. Мне очень страшно играть в эту игру. Все, походу, выкидывает меня из игры. У меня игра виснет, ребята. А! Виснет. Ну ладно, по стрелочкам иду. Назад гляжу. И дальше иду. Я игру прохожу. Походу, мне получится пройти. Все-таки давайте. Ребята, крестики на пальчиков ставим. Я все-таки вырываюсь вперед. Я сейчас пройду игру до самого конца. Я бегу. Быстрее. Пока что скрипты, они там за мной рушатся. Игра рушится. Рушится, нужно быстрее проходить. Бежим. Я, может быть, вообще буду единственный, кто пройдет игру. Что такое? Все, конец. Ребят, конец игры. Что такое? Что? А! Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Я лечу на самом деле вниз. Мама, лови меня. Мама, не... Мамы тут нет. О! Я где-то обновился. Ребят, смотрите, появился. Так, хорошо. Нет, все, я больше не могу. Я больше не могу играть в эту игру. Реально, я уже все. Все, мне... Хотя давайте пройдем. Этапы стали обновляться, ребята. Реально, смотрите, у меня 10-й этап. Круто. У меня игра заработала. Правда, придется навернуть небольшой кружочек. Так, проверим. Так, этап 11. Отлично, отлично. Скрипты заработали. Игра заработала. А девочка здесь... Девочка, у тебя тоже заработала? У меня тоже заработала. Свет включили, как говорится. Или там воду включили как-то. Давайте, погнали, ребята, погнали. Все-таки сейчас мы узнаем, что будет в конце этой игрульки. Вам интересно, хитрюльки? Мне, если честно, очень интересно. Я в шоке. Я не знаю, что может быть. Я не знаю даже, что может быть в конце такой странной игры. Может быть... Я не знаю, абсолютно все, что угодно, ребят, абсолютно. Так, проверка этапов, давайте смотрим, так. Ага, 13-й этап, отлично, ребята, мне нравится, мне... Нет, не нравится. А, Анубастер постарается. Так, как это пройти? Тогда так, туда-сюда, потому что в прошлый раз мне кто-то пинка влепил. Так, идем. Так, я не знаю, очень странный алгоритм. В общем, тогда я проиграл, сейчас я не проиграл. Иду. Выход найти хочу. Смотрите, тут какая-то кнопка написана перейти. Я пока что никуда не буду переходить. Походу, это ссылочка на другую игру. Нет, мне надо пройти игру. Давай, лестница. Нет, лестница. Давай. У меня получится! Давай, я уже почти до конца. О, ничего себе, вот это да. Называется, иди туда, и ты реально пойдешь туда. Все, погнали, ребят, сейчас все будет. Сейчас все будет, игрулька пройдется на 100%. Так, давайте проверим наши этапы. Так, все, ребят, этапы не обновляются снова. Все. Мне надоело стараться в этой игре. Я уже даже перестал волноваться. Все, короче. Бегу на лазеры.
Ладно, сейчас я вообще расстроился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Бегу на лазер. Все. Всем пока. Еще умереть не могу в этой игре, смотрите. Что мне делать-то? Ну пустите хоть, я пойду домой. Что такое? Не пускают совсем. Что такое? Вы что, совсем, что ли? Нет, они хоть... Че, запущенный этап и снова? Реально обновилось, ребята. Это как вообще проходить? Я что-то в шоке, не понял. Этапы стали обновляться снова. Они говорят, нет, чувак, будешь проходить игру, пока не пройдешь. Хорошо, я попробую. Ребята, отмена выключения видосика. У нас тут все заработало. Все заработало, я иду, прохожу дальше. Я иду! Мне, правда, очень страшно, если сейчас игра снова перестанет работать. Но пока что тут все просто. Я иду по стрелочкам, этапы у меня обновляются. Чувачки там вокруг меня стараются. Они тоже иногда появляются, но иногда пропадают. Пока что я один-одинешенька. В прошлый раз я коснулся этого стульчика. В этот раз я не такой глупенький. Я не буду касаться стульчика. Я буду... Ничего вообще не буду касаться. Буду продвигаться. Так, паркур зон, смотрите. Давайте... О, у нас этапы обновляются, я в шоке, ребята, я в шоке, ну ладно, давайте, погнали, погнали, сейчас мы, в принципе, пройдем игру. О, вот этого уровня я не помню. Ага, скоро мы встретимся с чудо-мега-птичкой. Ну что, тут написано, что, в принципе, конец этой игры, а я молодец, у нас уже 23-й этап. Что-то я совсем не молодец. Так, по какой-то странной причине меня тут что-то странное уничтожило, но ничего, в этот раз у меня получается по бревнышкам. Так, этапы работают, ички меня ждут. Оп! Да! 25-й этап, и я все, я в финише. Так, в какую мне сторону идти? Вентиляцию явно. Птица целую игру с этим непонятным лицом, в общем, так и проходила. Ну, в общем, хоть бы улыбнулась бы разочек, но, видимо, не дождемся. Видимо, не судьба. А мне нужно идти вон туда. И теперь меня финиш ждет. В общем, Рубастер говорит. Давайте, концовочка. Какая там должна быть? Мега-супер-интересная концовочка. В общем, сегодня итог игры. Первое место занимает игра по мега-супер... Багу, это вот это бан-бан. Если хотите поиграть в эту игру, ссылочку я выложу в описании к этому видосику. А я отправляюсь, ребят, потому что у меня куча вопросиков. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Фух, это была самая трудная игра на свете. Ну что? И тут самая главная цель — пройти эту игру. И я прошел. А сможешь ли ты пройти эту игру? Ссылочку в написании к этому ролику я выложу. Напиши циферку 1, если ты прошел эту игру. Напиши циферку 2, если ты не смог. Не смог преодолеть баги этой игры. Ну все, всем покидосик. Поставь на бастер лайкосик. Не забудь подписаться на канал Кокосик. Напиши свой вопросик. Ай, циферку 1 или 2. Ну все, всем пока.